spécial pour Grabno Efir. Questo è Sergei Alenikov, played in Juventus in Lecce. Но вот в это место за полчаса до игры на самом деле попасть намного проще, чем во время самого матча. Сыграл по ситуации. Я не сказал, что это прям там уверенность или что. Я даже сейчас помню, как смотрел финал Лиги Чемпионов 96-го года, когда Ювентус выиграл у Аякса. Я у мамы выпросил, у нас телевизор один был в то время, я у мамы выпросил и смотрел лежа на полу.